куда мы едем? Расскажи. Будем... Зайдем посмотреть футбол с фанатами, да? Здорово. 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 Привет. Давай. Оп. Все, мы готовы. Идем. Соседи практически географически похожие, языковая гамма. Город, который принимает эту игру, это наш единственный город. Экспертный прогноз. Сева наш диджей постарался, нашел новую композицию, когда был наконец тот прогноз. Ну и что же, начнем проект. А какая песня? Песня Насти какая будет? Пойдем, да? Вот это вот. Сегодня, а еще потом. А вот которая... Вот у малого тоже Ханекен. Да, Тёмик? Давайте еще раз. Да, пишут, потребление должно быть ответственным. Самое главное. Да. Ну, за Россию. Сейчас с кем наши еще познакомились? Привет. И Себастьян Георгиев. И Швангович. Привет. Привет. Вообще такая показуха. Нас вообще заставили самокат сдать, короче. И я со своей прошел. Нормально. На трибучке есть. Хотя вы стояли. У нас типа кофты, достань, пересуд, надо смотреть. Рядом слева стояли женщины. Говорят, что они больше не заставили. Может, только женщин фоткают? Женщин фоткают, мужиков нет. Причем, знаете, самокат камеры хранения, по твоем камере хранения, вот такими буквами. Самокат хранения, не понимаю. 2 соточки. Ага, попкорн нас хавает. Что, тотал? Не больше 2, да? Да, да. Не обработал мяч. Роберт Мак. Мы его так недолго в Словакии мячом владели. Согласен. Матч, я бы поспорил, ведь такой себе.
упаковки взяли, кажется. Маску надень. Все. Это же Таркович, наставник. Слава с командой. Довольно спокойно слова эти прошли. Квалификацию к этому Евро. Ошибается Левандовский, в который а раз. Словакий пас хороший на Пекарик, который на правом фланге. Пекарик будет подавать. Да, подача Куцко головой. Нет, точно в руке. Бойск исчезла. Дискотеки устраиваем, да? Это, у нас площадка есть, будет отдельный заход на дискотеку. Да, Оля говорит, там заходит, там сразу все. Чисто там, типа, знаешь, туда действительно. Тебе можно или нет? Да, да. Ну только поровну. Ты такой, типа, короче, по специально килограммчик скинул, чтобы бросить. Да, да, вести. Чтобы покататься чисто. Да. Ладно, сегодня вечером я не поеду. Так, сегодня не завтракаю, даже сегодня на самокате кататься. Отнял у ребенка самокат. И погнал, сутулая собака. Прыжок. И в ремонт. Гарантия 90 дней. Тогда прыгай. И пошел. Он умер, оставил его нам, чтобы гуляли. Ну ладно, пойдемте дальше. Мы можем там выйти, на набережную. Да, можно. Погнали, да, так. Да, и там через арку эту. Фонтанчик. Да, пойдем. Вот эти вот движения. Прямо. Да. Нет, давайте там арка. А, давай. Давай лезь сюда, сюда пойдемте дальше. Что будет дальше? Ага. Пойдем.